Всем привет! В этом видео вы узнаете о следующем событии – Акицуки Мадамесе и о том, какие награды мы за него получим. Всем приятного просмотра! Ивент Акицуки Мадамесе начнется уже 15 декабря и продлится по 2 января. Для участия необходим как минимум 30 ранг приключений и выполненное задание «Побег с острова Рита». А еще не забывайте принять участие в нашем крупном новогоднем розыгрыше в Телеграме на 100 призов. Так что скорее подписывайтесь и тоже участвуйте. Что нужно делать в ивенте? С помощью платформы вам нужно отбивать шарик и разбивать как можно больше блоков. Но чтобы разбивать блоки еще эффективнее, нужно использовать элементальные реакции. В отряде будет 4 персонажа разного элемента, и при смене персонажа вслед за ним будет также меняться и элемент платформы, который мы отбиваем шарик. Также при сборе отряда можно выбирать различные усиления, которые вы посчитаете полезными. Когда на карте останется мало блоков, платформа после запуска меча начнет стрелять фейерверками. В итоге, чем больше блоков вы сломаете, тем больше очков получите. События можно проходить в коопе из 2 человек. Ну а в награду за события мы получим бесплатный 4-звездочный одноручный меч. Характеристики показаны на экране. 1100 примагемов, корону прозрения и другие полезные материалы. Напишите в комментариях, понравилась ли вам такая идея события. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока.